неожиданно ей поступило предложение сняться в кино. И не просто сняться, а исполнить заглавную песню к сериалу «Бандитский Петербург», который впоследствии стал культовым. Очень радостно, чтобы она согласилась. Она была в пике популярности, там было очень мало времени. Но вообще женская доля в России – это не сильно сладко. Поэтому то, что она пела и пользовалась такой популярностью, у женщин тоже. Это была отдельная история на записи этой песни «Ты для меня чужой». Я, во-первых, никак-то не очень понимала, что, почему меня позвали. Я приехала, и Бортко села на записи. В общем, я ничего не поняла, что от меня хочет. Он говорит, а тебе нужно спеть, выйти, значит, ну, как бы в кадре быть. Я говорю, а можно не я? Это нужно было в 8 утра, потому что там какой-то график, мне в 8 утра. Я только приезжаю там в 7 утра откуда-то. То есть я еще пыталась откреститься от участия в культовом этом сериале замечательном. Слава богу, в общем, хватило ума все-таки. Ну, или мне доверие не дали не согласиться, сказали, нет, должна быть ты. Я для этого сериала написал две песни. Одну, которую за кадром пел я, а другая песня должна была звучать в кадре, где герой Домогарова приходит в ресторан, а на сцене поет певица, да, и вот он вдруг начинает понимать, что то, о чем она поет, очень созвучно ему внутреннему какому-то состоянию. У нас была огромная проблема с этой песней, потому что я записал одну певицу, я даже не стану называть кого. Бортко не нравится категорически. Он говорит, слишком академично. Я записал вторую певицу. Он говорит, нет, это слишком по-кабацки. И пришла Таня Буланова, которая изумительно спела эту песню. Понятно совершенно, кто это должен петь, по одной простой причине, потому что я до этого слышал песню в ее исполнении. Это утро было, раннее утро, времени не было, она вошла, и раздались аплодисменты. Группы, съемочные группы, мы аплодировали. Замечательная актриса.